Сцена 2, кадр 4, дубль 1. Начали! 24 разбитых тарелки, сотни отснятых кадров, 20 пачек пластилина и камера, спасенная из моря. 3 недели работа не прекращалась ни на минуту. Ради своих фильмов киноакадемики карабкались на деревья, поднимались в гору, вставали в 6 утра и учили язык жестов. В результате на суд зрители юные кинематографисты представили 24 короткометражных и 14 научно-познавательных фильмов, 4 буктрейлера, 6 мультфильмов в разных техниках, 2 музыкальных клипа и театральную постановку. В числе призов путевка на летнюю детскую киноакадемию 2017 года. На самом деле нет слов. Это потрясающе. Это очень круто. И это очень-очень неожиданно. Лучшим режиссером зимней детской киноакадемии стала Дарья Воронцова. Кино бы никогда не состоялось и без продюсера, оператора, сценариста, монтажера и художника по гриму. Лучший продюсер киносмены – Виктория Заворина. Лучший сценарий написала Дарья Кононыхина. Победитель в номинации «Лучший оператор» – Анна Сибелева. Титул лучшего гримера – у Юлии Пархоменко. Лучший монтажер – Елисей Чумачев освоил мастерство прямо на детской киноакадемии. Среди 6 мультфильмов лучшей стала анимационная картина «Яблони и мальчик» режиссера Софьи Васенко. Труда было очень много, потому что мы работали с 7 утра до 11 вечера порою, и каждый кадр нужно было обрисовывать, двигать на миллиметр, а потом снимать, и это было очень-очень сложно. Осталась последняя статуэтка, и самое главное кинопремия – это премия за лучший фильм. Как вы думаете? Евгений Онегин! Команда киноленты-победителя получила шанс побывать на съемках настоящего фильма русской фильм-группы. Юные кинематографисты признаются, кинопремия для них неожиданная радость. Я не думала, что займет что-то вообще этот фильм, потому что, блин, это редко всегда бывает такая удача просто. Я думаю, что вот то, что получилось, это благодаря тому, что сейчас поколение очень талантливых детей идет, растет. Они все впитывают быстрее нас там, в 10 раз на то, чтобы нам изучить и требовалось там 10-15 лет. Они могут выучить это все сейчас за год, за два. Главное, чтобы они впитали в себя только хорошее. Завершились 3 насыщенные недели. Сменовцы успели за это время окунуться в мир кино. А впереди у лучших летняя детская киноакадемия.